Министерство обороны представило очередной отчет о военной ситуации на территории Донецкой Народной Республики. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики в течение прошедших суток вели опорно-оборонительные действия по всей линии соприкосновения с украинскими карателями. Боестолкновения различной интенсивности проходили сегодня в районе Дебальцево, в окрестностях поселка Широкино и Западнее Донецк. Наиболее ожесточенные бои разворачивались на Дебальцевом направлении. В течение суток подразделения ополчения отразили 6 контратак противника, пытавшихся покинуть город. Понеся значительные потери в живой силе, украинские силовики были отброшены на исходные позиции внутрь города. В условиях отсутствия снабжения украинской группировки боеприпасами в Дебальцево отмечается значительное снижение интенсивности применения по позициям ополчения, расположенной в городе, украинской артиллерии. По данным радиоперехватов, боезапас артиллерийских и реактивных снарядов в окруженном городе украинских силовиков осталось на один день боя. Также заканчиваются стрелковые боеприпасы.